В марте 2011 года в Москва-Сити открылся самый амбициозный торговый комплекс. Уже сейчас 90% торговых площадей ТРЦ «Афимолл-Сити» сданы в аренду. Огромная семья мировых брендов комфортно осуществляет коммерческую деятельность на территории центра, в том числе представленных впервые в России. Уникальная архитектурная концепция и выбранная стратегия продвижения торгового центра являются прочным фундаментом успеха. Достойный выбор товаров, модные события, тематические фестивали для детей и взрослых, выставки, а также неповторимая атмосфера торгового комплекса создают уникальный образ «Афимолл-Сити». Для того, чтобы держать покупателей в курсе последних модных тенденций и планируемых событий, мы выпустили собственный журнал «Fashion in the City», который будет выходить в следующем году на регулярной основе. Для привлечения новых посетителей запущена масштабная рекламная кампания. На ведущих телевизионных каналах России размещено 2 рекламных ролика. Автомобилисты узнали о торговом центре благодаря рекламным роликам на самых популярных радиостанциях Москвы. Огромное количество ярких билбордов по всей Москве приглашает посетить торговый центр в канун новогодних праздников. Молодая, наиболее продвинутая часть посетителей «Афимолл-Сити» узнала о нем со страниц самых посещаемых интернет-порталов. Для повышения узнаваемости бренда город украсили 120 троллейбусов с имиджевой рекламой торгового центра. Для увеличения лояльности и оборотов арендаторов запущена программа подарочной карты всего торгового центра. Впервые одна карта объединит в себе возможности покупок в любом магазине мола. Для привлечения посетителей в пиковый сезон и увеличения предновогодних продаж запущена масштабная промо-кампания. 4 уикенда подряд будет разыгрываться содержимое гигантского сейфа с товарами на сумму около 1 миллиона рублей. Участником может стать любой, купивший на сумму от 5000 рублей. А накануне Нового года в сейфе окажется автомобиль. Кстати, в декабре 2011 года будет получено свидетельство о праве на собственность, а во втором квартале следующего года «Афимолл-Сити» открывает трехуровневую подземную парковку на 2700 машиномест, что значительно расширит аудиторию торгового центра. Мы благодарны вам за сотрудничество и уверены, что самоотдача нашей команды и выбранная маркетинговая политика позволят торгово-развлекательному центру «Афимолл-Сити» выйти на мировой уровень шопинга и развлечений.